От всей души поздравляю вас с праздником дружбы народов Узбекистана. Гостеприимство, радушие, доброжелательность и великодушие являются главными чертами характера нашего народа. Узбекистан – это страна больших возможностей и огромных богатств. Но, думаю, все мы согласимся с тем, что самым главным нашим богатством является мир и стабильность, дружба и согласие между представителями разных наций, народностей и конфессий. Все мы в этом году были участниками большого политического события. 30 апреля текущего года прошел референдум по новой конституции Узбекистана. 90% жителей нашей страны участвовали в этом референдуме. Больше 84% проголосовали «за». Это новый шаг в жизни нашего народа, в жизни Узбекистана. Я хочу особо отметить, что все народы, проживающие в Узбекистане, все национальные культурные центры, их активисты самым активным образом участвовали в подготовке конференции. И что особенно отрадно, в этот раз самое активное участие принимали молодежь, молодежные крылья национальных культурных центров. Проводились встречи, акции «Мы неравнодушны», призвали голосовать за будущее нашей страны. Второе это важное очень событие в жизни нашей страны – это, несомненно, выборы президента Республики Узбекистан в соответствии с новой конституцией. И все абсолютно национальные культурные центры активно принимали участие в голосовании, призывали голосование семьями. И мы видели в социальных сетях, по телевидению, каждый национальный культурный центр буквально семьями приходили и голосовали. Важным источником мирного существования на земле Узбекистана признан особый менталитет узбекского народа. Это прежде всего исторический опыт, сложившийся на протяжении веков. Обычаи, традиции всех наций и народностей. Знаменательно, что Шавкат Мирзиёев в своей инаугурационной речи особо обратил на это внимание. Я хочу подчеркнуть его слова, которые он сказал. «Отрадно, что сегодня в нашей стране единой и дружной семьей живут представители более 130 наций и народностей. Своим самоотверженным трудом они вносят достойный вклад в процветание родного Узбекистана. Мы по праву гордимся таким достоянием, и все силы и возможности государства и общества направим на дальнейшее укрепление атмосферы дружбы и согласия в стране». Президент Узбекистана особо подчеркнул, мы в нашей государственной политике и впредь будем уделять приоритетное внимание укреплению и развитию национального самосознания проживающих в республике представителей разных наций и народностей, их языка и культуры, религии и обычаев и традиций. И все 155 национальных культурных центров в своей активной работе утверждают те приоритеты, которые наш президент поставил в развитии самосознания нашего многонационального народа, создание условий для всех национальных культурных центров. За последние годы очень много сделано для центров. Им выделяются субсидии, гранты. Все национальные культурные центры обеспечены офисами на бесплатной основе. Им выделяют средства на оплату коммунальных услуг, интернета для их прямой деятельности. Что отрадно, все национальные культурные центры теперь обладают своими костюмами, как этнографическими, так и сценическими костюмами, национальными музыкальными инструментами, оргтехникой. Это позволяет им более активно проводить работу своей диаспоры и особенно воспитывать молодежь в своих традициях и в любви к родному Узбекистану. По предложению президента Республики Узбекистан в целях обеспечения государственной политики и укрепления межнационального согласия 30 июля был объявлен Днем дружбы народов в Узбекистане. Вы знаете, парламент принял специальный закон. И ежегодно День дружбы народов мы проводим фестиваль дружбы.
В этот раз фестиваль дружбы начался за неделю до 30 июля. Цикл встреч, мероприятий провели, и среди них я хотел бы подчеркнуть ряд очень важных мероприятий. 27 числа активисты национального контроля и общества дружбы возложили венок к новому монументу независимости в парке «Новый Узбекистан». В этот же день состоялась пресс-конференция большая с участием представителей средств массовой информации Узбекистана, телевидения, интернет-сообщества, блогеров, где активно было рассказано о проделанной работе в этом направлении за год нашим комитетом и национальными культурными центрами. Большой интерес вызвала международная художественная выставка «Палитра дружбы» в Академии художеств, где наши художники, особенно молодые художники разных национальностей, показали свои работы, и эта выставка вызвала очень большой интерес не только среди жителей Ташкента, но и наших гостей. Для любителей поэзии и литературы в Союзе писателей была проведена большая выставка литературы под девизом «Литература дружбы, вечная дружба», где выступали представители Союза писателей всех национальностей. Молодые поэты читали стихи Пушкина, Наваи, Джами. И очень интересно и актуально прошла эта встреча. Следующее мероприятие, очень важное международное мероприятие, состоялось в отеле «Интернационал» Ташкент. Международная конференция «Роль народной дипломатии в укреплении дружбы народов», на которой приняли участие 25 представителей иностранных государств, как соседи, так и России, Китая, Македонии, Болгарии, Нидерландов. И очень большой интерес вызвала эта научно-практическая конференция как в научном содружестве, так и среди дипломатического корпуса и в целом нашего многонационального Узбекистана. Ну и, конечно, очень важное мероприятие, я считаю, это для нас традиционно стало на День дружбы народов. Ряд представителей всех наших национальных Узбекистана награждены государственными наградами в соответствии с указом президента. И им вручены на торжественном собрании эти государственные награды и нагрудные знаки «Дружба народов», которые были по рекомендации нашего президента учреждены комитетом и ежегодно вручается наиболее активным согражданам нашим, принявших участие в развитии дружбы, в сохранении межнационального согласия в Узбекистане. Ну и, конечно, самое для народа – это все гуляния, которые сегодня проходят во всех областях, в Республике Карақалпақстан, в городе Ташкенте, в парках, во дворцах культуры. Это концерты, выставки, народные гуляния. Я думаю, сегодняшний день останется в памяти всех нас. Вот сейчас в данный момент проходит большая праздничная концертная программа в парке Central Park, где представлены все многонациональные искусства нашего Узбекистана. В рамках фестиваля сегодня завершился конкурс документальных фильмов, репортажей, роликов, интернет-роликов. Там по двум номинациям отдельно художественно-документальные фильмы, репортажи, интервью. И вторая номинация – это ролики в социальных сетях. Работало специально большое компетентное жюри представителей нашего телевидения, Узбеккино, интернет-сообщества, большие специалисты. Если в прошлом году было у нас всего 88 творческих работ, в этом году вызвало очень большой интерес, 123 работы поступило. И жюри выбрало, очень трудная работа была, два дня работали, выбрали победителей. Сегодня прошло вручение победителям. За первое место 25 миллионов сом, за второе 20, за третье место 15 миллионов сом. И кроме этого было 5 поощрительных премий по 10 миллионов сом. И вот эти все документальные фильмы, репортажи, ролики мы, безусловно, передадим в первую очередь нашему каналу «Дунья Абой Ляб» и другим каналам. Наш многонациональный народ увидит, какое у нас богатое творчество, как дружба народов освещается журналистами, специалистами кино, телевидения и средств массовой информации. Хотелось бы еще вот за эти полгода сказать, что, конечно, наша работа не ограничивается
фестивалем дружбы. За эти полгода было проведено более 3000 мероприятий с культурными центрами, обществами дружбы, как международные, так и внутри республики. И, конечно, это, безусловно, главная работа. Это проходило в областях, в райцентрах, в районах нашего Узбекистана. Но особо хотел отметить 2-3 мероприятия традиционно. Прекрасно организованные «Русская масленица», «Татарский сабантуй». Активное участие культурные центры приняли в проведении общенационального праздника «Навруз». И мы очень рады, что наш президент посетил выставку всех национальных культурных центров, побеседовал с каждым национальным культурным центром, с их руководителями, что очень большое вдохновение и радость в их творчество внесено. И они все, безусловно, отмечают то, что президент знает каждого руководителя культурного центра в лицо. Это очень важно. В других странах такого нету. Это только у нас, в Узбекистане. И это особенно отметил президент Сингапура Халима Якуб, которая посещала с визитом Узбекистан. И в парке Нового Узбекистана она встречалась с национальными культурными центрами, была поражена теми условиями, которые мы созданы, и пожелала вместе сфотографироваться и сфотографировалась со всеми представителями национальных культурных центров. Это большое достижение нашей страны, и я уверен, что это достижение всего нашего многонационального Узбекистана. Я еще раз поздравляю вас всех с праздником, желаю успехов, здоровья, и чтобы наш многонациональный Узбекистан только процветал.